Я искренне приветствую вас, друзья, слушатели, смотрители канала «Твоя рыбалка». Мы на Днепре. Вот. Теперь у нас уже настоящая осень, температура опустилась. Листики, к сожалению, практически на всех деревьях уже посветали. В общем, шикардосная погода, настоящая осень. Итак, у нас сегодня в гостях представитель, трехметровый красавец, но из предыдущих линеек, который еще и воды-то, собственно, не видел. Это... Тест у которого 12.40 при длине, при росте 3 метра. Вот. Сейчас мы возьмем этого красавца и попробуем именно на днепровских просторах. Вы знаете, почему мне понравился именно вот этот, длина и тест? Длина понятна, дальность заброса, для меня это очень важно. А почему именно тест понравился? Потому что когда надо поставить 20 грамм приманочку, вернее, чебурашечку, вот, то как раз именно не хватает вот этих, вот чуть-чуть. Я, вы знаете, терпеть не могу перегружать палки. Я не считаю это за правильным. О, здесь даже какие-то документы, очень похоже на Major Craft. Палка сделана для соленой воды, и как они себя позиционируют. Вообще интересная модель, вы знаете, как бы полуразнесенная, если так можно назвать, такого выражения нет, ручка. Достаточно интересный бланк, очень стройный. Вот, без вклеечек, этот тубулярчик отойду, дабы взмахнуть этим красотуном. Вот, очень интересно. Но все это ерунда по сравнению с тем, что мы сейчас возьмем и все это снарядим и возьмем на воду. Так как тест у нас получается 12.40, мы так и возьмем 10 грамм плюс приманка, 20 грамм плюс приманка, 30 грамм плюс приманка. Вот в таком ракурсе мы с вами и потестим. До включения. Итак, мы оснастили. Значит, что у нас будет? Вот такая оснастка, 10 грамм как приманка, как обещал. Здесь у нас ультеграчка, 0,8 шнурочек. Я думаю, больше не надо. Сейчас немножко послабим. Ну и попробуем какие-никакие забросики сделать. 10 грамм. Ух ты. Итак, поменял 20 грамм. Сейчас попробуем пульнуть. Отойду дальше. Интересно. Вон, посмотрите, среди меня самое, что ни на есть, настоящая осень. Ветерок поднялся. Тучки пришли. О! Так вот же какой он цветочек аленький. Ребята, а вот с 20 граммами все хорошо. С 20 граммами можно сказать, что инструмент реально носит название. Я береговик. Я настоящий береговик. В траву опять влетел. То есть я неплохой береговик. Я пулять могу, пацаны. Что там, кого там я припоймал? Я специально овсетничком отнастил, потому что трава дает о себе знать. А ну-ка, ся. Ой, вот это мне уже нравится. Вот это, друзья, то, что доктор приписал. Ну, естественно. Там травища. Я овсетником прохожу, но я знаю, что там, именно возле старой травы, и могут сидеть друзья, которые нас интересуют. По поводу владения кистью
Вы знаете, кистью, ну, надо силу иметь хорошую, чтобы кистью спиннингом. При вываживании запросто можно вот помогать себе упираться в локоть. И я думаю, очень неплохо у вас получится. Итак, мы продолжаем. И вот показываю, что мы сейчас будем швырять в воду нашим красавцам. Ну и естественно, если приманки фишап у нас в руках, прошу любить и жаловать. Отсутствие полгода он объяснит сам. Всем добрый день. Герб Петько, собственной персоной. Виталий Николаевич, а что говорили, что это самое? Злые языки, что некоторые вы там в Красном квартале оставались, вас не могли оттуда найти. Некоторые говорят, что вы вообще черти куда ездили, танту там на океанию, там с акулами подрались. Или это просто злые языки? Тлетворное влияние Запада. А, вон оно что. Так сказать, обратная сторона без виза. Популярности вы хотели сказать. В общем, прошу любить и жаловать. У нас еще дополнительно есть хорошие приманки. Мы их сейчас побросаем в воду и попробуем на них что-то. Продолжаем. Почему именно здесь? Ну, как бы уже по зимовальным ямам-то не пошастаешь, потому как... Уже же запрет, да, Виталик? Да. Вот. Поэтому мы такое место нашли попробовать. И течение, и 30 грамм, плюс приманка. В общем, сейчас общий вес составляет где-то порядка 36,5, порядка 38 грамм. И вот сейчас посмотрите, как заброс происходит. Просто шикарно. То есть инструмент очень даже вполне может работать и на больших весах. Сейчас немножко поменяем, вес оставим тот же, а танточку слегка другую. О, вот это оно. Это я попал туда, куда следует. Все, труп нет. Тут надо буквально 5 проводочек и все. А потом идет подъем, бровка, а там на бровке что хочешь есть. А ну-кася, давайте-кася забросика. Мы просто чуть... Шикарно. Чуть-чуть сместились. Уж правда, неудобно. Инструмент 3 метра. 3 метра красоты. А давит течение. Он до сих пор плывет. Красота. Может, давай немножко утяжелим, чтобы быстрее падение было. А с другой стороны, приманка более натуральная. Тут тоже палка двух конца. Утяжелить можно, да. Падение будет при течении быстрее, да. Но когда приманка парит в толще воды, она более интересна для рыбы выглядит, чем камнем падающая. Не, можно вес поставить тяжелее. Есть тяжелее вес, да?
как охотник выманиваешь его. Так а что, он же несет? Оно же несет приманку и его тоже. Он там сейчас под камнями где-то лежит. Ну да. Сейчас надо четко ему под мордочку положить. В общем, тактика у нас изменилась. Это вам не ультралайтом карпиков дубасить. Тут думать надо. Сейчас опять перевязались, приманка. А ну стой, дай я покажу его это самое. Вот, посмотрите. То есть, если есть намерение забросить за горизонт, как говорит Виталий Николаевич, ставите достаточно мощный 30-граммовую джихриговую заморочку, плюс небольшую, желательно обтекаемую приманку. Ну давай попробуем. Давай попробуем. С отстрелами у нас все в порядке. Отстреливаем мы профессионально, притом мощно и по-взрослому. Так, отойду. Маэстро будем. Вот как-то так. Слушай, амплитуду на подрыве не надо увеличить, Виталь? Зачем? Не? Ты думаешь, оно и так будет хорошо? Конечно. Дело в том, что ты, когда делаешь большую амплитуду, на таком течении твоя приманка улетает метров на 5. А рыба, я же говорю, она гоняться сейчас толще за приманкой не будет. Она стоит тут на где-то под камнем, ей надо точечно положить. Ну да, она сейчас более спокойная. Под мордаху. На секундочку 0 градусов вообще. Солнце ярчайшее. Почти зимнее. Да, пуляет он классно. А что не говори? Ну сейчас ты точно попал за вровку. А вот это была поклевка. Это была поклевка. Это был поклевон, Виталий Николаевич. Притом классный, и камера работала. Не классный, он был не четкий, но был поклевка. Не, ну по вершинке видно было. Была поклевка, да. То есть рыба примерно находится там. Приманка примерно то, что надо. Это радует, господа. Да, конечно, вот я смотрю по полету. Полет, ну, такой объемной приманки, ну, может, ну, метров, наверное, 5 мы проигрываем. По сравнению, как улетело 2,5 грамма, ой, 2,5 дюйма, это крутить намного. Парусность большая. Конечно. Ну, слушай, хорошая палка тем и отличается, что она бросает такую парусную приманку на такое большое расстояние. Ну, я не знаю, кто там,
Ну, рыба какая-то должна быть. Ну, Виталик, водоросли так не дергают. Нет. Я в руках спинец не держу, поэтому не знаю. Ну. Поздравляю. Фу! Ну я вас поздравляю с приманкой. Танта-то сработала. Я долго ее тантил. И наконец-то. Потримайте, пожалуйста. Я сейчас. Ну вот, посмотрите. Настоящий днепровой судачища. Красивый, ну, маленький. Слушай, как ему открыть рот, чтобы это самое? Есть у нас что-то инструменты? Ребят, вот такой спиннинг, чтобы не говорили, что вы без рыбы. Мы с Виталием Николаевичем всегда с рыбой. Давай, давай, давай. Не-не-не. Домой. Дружбанчик, спасибо. Поклеванчик какой-то был, Виталий Николаевич. Пошел, пошел потихонечку. Ну что, господа, маленькое резюме этим шикарным, глубоко осенним утром с пойманной рыбой. Говори. Я тебя просто вытащил, говорю, давай пойдем попробуем. То есть у тебя впечатления должны быть наисвежайшие, наиострейшие. Ну да. Не знаю, там входило это, не входило видео. Скажем так, первый раз в руках держал спиннинг длине 9,6. Ага. С таким тестом, ну до этого такими честно не ловил, поэтому как бы... Надо было какое-то время привыкнуть к забросу и так далее. Это, ну, кстати, извини, сразу перебиваю к вопросам, а в том же комментарии, типа, пацаны, ну, ребят, реально, к этому инструменту, если берешь его первый раз, его надо привыкать. Ну, прошу прощения. Значит, что у меня? Ну, первое, это заброс. Привыкнуть надо было к забросу. Второе, мне, например, при работе приходилось брать его вот так, то есть выше катушки. Потому что если я брал... своим стандартным хватом, во-первых, неудобно, потому что клевало, во-вторых, как бы, ну, реально напрягалась сильно рука. А так я, получается, как бы, скажем так, руку разгружал. Ага. Это первое. Второе, опять же, 3-4 заброса начинает болеть предплечье. О, то есть, так вы слабосильный. Нет, Виталий. так я ж рассказываю. Поэтому, как бы, скажем так, не совсем легко такими спиннингами ловить. То есть надо или качать руки, или же качать просто руки, ловлей такими спиннингами, то есть тренировать получается заброс и тренировать свои руки, потому что все-таки, да, ловить на 2-3 грамма, даже 10, это не ловить на 30 и не кидать за горизонт таким крутом. 9,6 все-таки 3 метра, ну, тоже рычаг большой, то есть как бы рука постоянно получается в напряжении. Конечно. То есть как бы, ну, реально тяжело. То есть снасть такая, к которой надо, ну, привыкнуть. Это не то, что так схватил, типа выбежал и начал ей классно. Ага, выбежал и оборвал. То есть реально получается, вот люди, те, которые ловят тяжелыми весами, да, они говорят, что день отловил, потом в руки отпадают. Так оно и есть. То есть это не легкий труд на самом деле, то есть тяжело. Ну, спиннинг, в принципе, понравился, как бы. Рыбу не подержал, ну... Поклевон был. Поклевка была, да, я ее почувствовал. Притом я ее, Юрич, увидел по кончику. Я по кончику не смотрел, я специально, ну, слышал в руку. То есть я услышал. Нет, четкая именно, была такая, предметь орел. Именно по этому самому, по... услышал тюк. По этому делу. Ну, забросы, конечно, шикарные. Под конец уже чуть приложился бросать. Заброс очень понравился. То есть, в принципе, ну, я бы покидал бы им еще. То есть загорелся азарт. Очень интересно. Ну, в принципе, вкратце вот так вот. Ну, а что я могу сказать? Я как бы, это вторая часть наших покидушек. Мне он просто понравился. Понравился, я не знаю, ну, как сказать, такие длинно. Размерные инструменты обычно редко у нас попадают. Ну, мы там 2,50, да, 2,60, и то там до 20 грамм с тобой, то, что пробуем. Ну, ксеста, да. И вы знаете, чем больше мы залазим в мир этих спиннингов, при том сделанных качественно, тем больше понимаем, что здесь тоже есть очень-очень много интересного. Так что, вы знаете, я, наверное, у меня сейчас эмоции переполняют, потому как судака подержал, вытащил. Вот. Буду, наверное, краток.
Мы с тобой только в начале пути. Мы еще ничего не знаем. Это точно. И, ну, это, и это так радует. Это я не говорю, что я что-то знаю. Настолько приятно. Вот. Ну, по катушке. Тут, кстати, две катушки мы с этим. Ты первую не попробовал. Первая была 4000 Ультегра из новых поколений. Очень приятное впечатление. По весам. А здесь по весам, ну, тоже. Не одинаковые были. Ну, в плане, как, в плане развесовки именно на спиннинге. Ты знаешь, по развесовке вот это вот больше подходит к нему, 5000. Но если бы я брал сюда катушку, я брал бы вот из такого типа размера, но все-таки, да, ну, не знаю, что-то у меня вот так вот. Не, ну да, это понятно. Неважно, в общем, Дайва, да. Вот, просто вот эта вот 5000, мне очень понравилось, как оно на нем лежит. Хват, опять же, Виталий сказал, кому как удобнее, потому что здесь надо приноравливаться, нету каких-то, ну, там. Не, ну я просто жирю, я брался вот так, потому что когда я держал вот так, я вообще слышал, ну, очень сильную нагрузку на руку. А этого не надо, тут долго не половишь. Взял ее выше, то есть как бы чуть разгрузил руку, сюда вес немножко ушел, и мне уже стало намного удобнее ловить. То есть как бы. Ну, дискомфорта не было никакого. Не, ну, конечно, я стою себе, кручу, как бы, все делаю. Так что вот такой у нас Тайволк, и я же предупреждал вас, это предыдущая модель. Старин. Слава богу, что компания Берег стала официальным представителем, и мы сможем вас радовать этими инструментами. Это не последний, я надеюсь, это точно Тайволк в нашем видеосюжете. Вам, Виталий Николаевич, я желаю искренне почаще появляться у нас на канале. Ваши приманки такие рулят, чтобы вы были здоровы два раза. Вот, это всему коллективу, всем разработчикам фишапа. Специально такую приманку взяли, чтобы поймалась рыба. Она поймала. И я, чтобы поймал ее, да? Да. Я вас искренне благодарю. Друзья, до новых встреч, интересное будет, будем показывать вас, я не знаю, зимой что там у нас, на лед пойдем? Да, ну, если зима будет, вроде обещают морозы. Да. Если будет нормальный лед, то что не сходить на лед, конечно. До новых встреч, пока-пока, всего самого хорошего. Всем пока. Ну, а теперь разъединяю его, красавца этого. Вот так.